Гаси зонтик! Закончился первый раунд. Красному отдыхает Омар Бекмулу Даняр, Республиканский спортивный колледж. 1999 года рождения. Кандидат в мастер спорта. Боксом занимается 7 лет. Тренируется под руководством тренера Айбека Байсаякова и заслуженного тренера Кыргызской республики, мастер спорта международного класса Кенжебек Акильбаев. К данным соревнованиям подготовил Айбек Байсаяков и Кенжебек Акильбаев.
закончится второй раунд. В синем отдыхает Ислам Далибаев, город Тианлабад, 1992 года рождения. Мастер спорта Кыргызской республики. Боксом занимается 12 лет. Является призером первенства мира города Баку 2010 года. Участником юниоров юниорской олимпиады 2060 года. Тренируется под руководством заслуженного тренера Кыргызской республики Садыка Сабирова и Шухрата Сабирова. К данным соревнованиям подготовил Улан Сагумбаев и Шухрат Сабиров. Счетом 3-2 победа держал Ислам Далибаев.